Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о наставнике. Как это происходит? Как встречаются эти два человека? Ну, я уже говорил о том, что прежде всего мы идем в этот мир, и мы спасаем людей. Мы приводим их к Иисусу Христу. В этом смысле наставник ищет себе ученика. И в этом движок. Вот знаете, такой движок, который приводит в движение всю систему ученичества. Мы с вами не просто сидим в церкви и умоляем Господа, чтобы Он, не знаю, послал, наполнил нашу церковь людьми. Мы идем и активно ищем. Иисус в великом поручении сказал: «Идите и научите». И главное слово здесь «идите». Сегодня очень сложно растормошить любого из нас. Как говорится, еж птица гордая, пока не пнешь, не полетит. И первое, что нам нужно сделать, и поверьте, самое важное, это пойти и начать искать этих людей. И они есть. Их достаточно много. Наша задача просто выйти из зоны комфорта, выйти из своего собрания, выйти из своей церкви. Я не имею в виду уйти, хлопнув дверью и вообще что-то подобное. Я имею в виду, что нам нужно просто высунуть голову из нашего окопа и посмотреть, что вокруг огромный мир, полный людей. И начать просто искать там этих учеников, разговаривая, строя отношения, как с прицелом не просто, знаете, там рассказать ему что-то и быстренько убежать, а построить отношения таким образом, чтобы мы стали их наставниками, чтобы мы стали теми людьми, которые будут опекать этих людей, которые будут помогать этим людям двигаться за Иисусом Христом. И в этом смысле наставник должен искать себе ученика. Я также говорил о том, что очень часто эти люди могут быть где-то рядом с нами, как сироты, которые не имеют пастыря. Есть формальный пастор, большой босс, но они не имеют человека, который бы помогал им каждый день, не только по воскресеньям или там несколько раз в неделю по расписанию приема. Посмотрите вокруг. Рядом с вами может быть человек, которому сегодня невероятно трудно справиться со своими проблемами, со своим грехом, со своими сомнениями, со своими вопросами, и попытайтесь ему помочь. Но не просто, знаете, с позиции ментора, как я уже говорил, став над ним, опустившись на колени, начав служить этому человеку, отвечая на его вопросы. И вы увидите, что наставничество имеет потрясающий вкус, потому что вы увидите плоды.